Мы начали. Кажется, заложен первый этап успеха. Дек не поменял. О, блядь. Даже нулевой. Этап. У тебя авиадеков, которые только самолетом, как у нас некоторые любят. Не, у меня с одним фоном. У меня, да, кстати, есть специальная дека для компа, когда я тестю всякое разное. Но у меня там один единственный УАЗик у него. С ней тоже можно играть. Нет, сам тут. На правой базе немного фобов. Совсем немного. Что-то и на горбатую никого, и на правую. И на Федор ЦВшки нету. Но играть будет слева. Угу. И ЦВшку тут поставлю. Тогда... А, тут уже есть слева на базе. Вон, наставлю тоже. Значит, что-то на Елену две ЦВшки поедет. Одна запасная. На левой базе бы оставить пехотную ЦВшку, а не УАЗик. У меня здесь есть. Хорошо бы. Я ставлю. По таймингу вроде не летит ничего. Да, налево. Вообще ничего не летит. И вообще ничего, да. Только у нас тут профи сидят. Ничего не летит вообще. Злые? Кстати, по-моему, там ничего не едет. У нас центр пустой. У нас горку уже отжали. Там хорошая куча всего.
Блять. Уебать надо артить. Или нахуй бомбу. Я бы сказал, что еще сокола надо убрать и пехоту туда осторожнее называть, когда эти перебьют. Бомбите, блядь. Центр. Нас сейчас выбьют через Бориса. Як, отходили в пехоту назад, сейчас Буратино сведется. Отходи сюда. Нахуя я развальцую. Ладно, отмени. Ой, блядь, сука. Пидоры, как же вы долго шли-то? Бля, бомбите, иначе меня нахуй выкинут сейчас. На центре с кашем. О, блин. Thank you.
Понял. Какого-то хрена. Буратино на Грегори назад. Направо. Слева вот здесь войска вражеские. У нас сразу пехота к тебе, я сейчас еще приехал. Я вижу. Сзади стоят, еще не выгрузились. Бля, бока не поставлю. Мимо, отводи один назад. У тебя один хп Я не знаю, как у вас, а у меня вот фоп один уже кончился из трех за 10 минут игры. При том, что я не скажу, что прям адски как артаю. Ебать, придурки, чего вы, блядь, не садитесь в дом-то? Ладно, ладно, чё. Сейчас сядем, блядь. Мне мама так же говорила. Хуя не вижу, блять, сотня команды сидит в городе. Я еще его старичка подниму. А еще Рик, осторожно, борта. Потом кассеты с твоей стороны. Блин, полкарты это Артур накрывает за раз. Ну если еврейская, то да. А? Если еврейская, да, она там все разом накрывается, а весь квартал. Наш, какая нахрен еврейская? Он, у него разброс на весь джот идет. У тебя там, если, кстати, 100-500 артей, ты тоже скромнее как-то стреляй. Я только мста и... А кто у нас там смерчей, что-то до хрена на базе. Я вот один раз, ну, два раза понял, за все время. Там вот это все должно прикрывать сейчас Яко, потому что там на него пачками просто отправляют. Вместе со всей этой фигней.
бесит. Кладис АА. Тут и три там. Офигеть, пацан, мой фоб сожрал, мой фоб закрыл, охуенно просто. Пидор, блядь. Только тут все свои, кроме одного. Назови его, назови его имя вслух. А? На, вон, он сидит. Прямо вот этот, моего фоб партил к своему переехал, свой закрыл, когда говорил, я мог не заряжаться. Пидрил, а? Ну ты пидрил. Пиздец, чё не понимает. Что за дела-то, блядь? Ладно, а что, что ли? Мой фоб высосал и все, и закрыл свой офигенный пацан. Ты все равно где играешь? Скорее вообще же. Атакамс направо. Это зараза, Windows, отдай мне игры. Бля, почему они выходят нахуй из квартала, я не понимаю, бля. Это не их район. Угу. Нужна поддержка вот здесь вот, кем-нибудь еще. Танки нужны. На, блядь, борчину. На, блядь, сдох чуть. Ну, Саша, ешкин кот. На точку приехали бойцы. Там нихуя себе. Точнее. Да, у нас там нихуя себе. Ебать, он там пятым фугасом меркави, она даже ей похуй. Вот здесь скопление пехот. Шурик, осторожно. С танком.
атакам с... на гору. Волите ли музыку завалите, дружи команданте? Улик, смотрите на писарка, ехал в пушку. Вас Лео выкинули, да? Тула, здорово. Спасибо. Они не такие просто быстрые. Я понял. Просто когда мы в одиночке вылетали, там в портале в Европу. Там Саса, милитарист, блядь! По-моему, он был слева. Нет, обычный. Блять, гранатомет АГС, ты зачем туда сажаешь, кот? Что ж там, бля, они танки? Нихуя не сделают. Вон АГСами хуяч по легионам. Да из квартала ты зачем уж? Сейчас танк переедет нахуй. Грёбаный на дорогу 3 часа переходит. Подъехал, у тебя еще звонок. Блин. Питало его кончилось. Thank you.
Здравствуйте, товарищи. Коньячок, ебать. Хуй сосёк, ёпта. Понятно, уже принял. Слышишь? Хуинил, блядь. Два раза принял, значит. Путин. А. Хуина. Добрый, не хуйня, бля. Ты чё, флешмоб, что ли, какой-то, или чё? Да, называется дебилы подъехали. Там два пришли, блядь, в картошкины, хуёшкины, или как вас там называть-то, блядь? На воемонах. Господа, а у вас фул, да? Нет. Как это нет? Тут народу херово тондость. Ну, потому что я пришел, сейчас будет фул, все валет. Зера, у тебя запор, что ли? Как-то необычно очень. Во время запора всегда так. Не отходи от кассы, нахуй. Блин, надо, надо сфоткать по-быстрому. Путин чуть-чуть. Чё? Путин отодвинь. У нас тут онлайн тысяча сейчас. Вот фотка, столько народу без личной жизни. Они все равно такие говнястые. Там хоть морковку жрёт, вы чё? Александр, хватит жрать морковку. Ну а если Александр, это не морковка. Ой, блин. Не Путин, Путин, ты Рамштайн слушаешь? Раньше слушал. А сейчас что, подзабил? А сейчас подзабил. Какие у тебя вопросы по поводу Рамштайн? Рамштайн давно! Ты сейчас это, жизнь рискуешь. У тебя морковка там. Клип Тиля новый видели в питерской гостинице? Планин, но я сегодня посмотрел без этого, без цензуры, да. Есть целиком, да. А что, да. Ну, в студию. Кто тут по этой упарывать? Я, ну, упарывать? 10 числа был концерт, я продал, мне работа была, я, у меня был билет на концерт с Линдемана, но пришлось продать. И? Ну и? А, Воронеж приезжает, кстати. Какой Воронеж? Я в Праге, блин. А нет, а он в Воронеж приезжает вообще. Ну вот, может, попадешь к нему на вечеринку. Мне нравится этот разговор. Я в Праге, а в Воронеж приезжает. Не, не прокатит. На моей луне я всегда один. Это не Рамштайн, это Тиль. Это разница. Ну как-то мне не понравилось. Мне не понравилось. Был такой же аналог Пуси у Рамштайн, но они не стали выпускать Анкенсорт версию, там как-то полегче было. Тут уже как-то за гранью пошла. Да ладно, нормально. Чё? Ну что, Жоль, ты на сцене еблись, что ли? Нет, если нет, то все нормально. Нет, ну вот там прям еблись, блядь, вот именно что. То есть если в Пусе это скорее какой-то такой грамотный фейк, то здесь прям... Ну там же есть, может быть, версия анцензурная. Там может быть местами как бы, местами сымитировано, где не сымитировано там, возможно, не Линдеман сам, но... Я не видели, нахуй играли, пришли какие-то хуи, начали про Рамштайн. Да, я не знаю. Морковку вставлять. Они постесняются. За что там закупают, блядь, еще это? Как там песня называется, которая, блядь, зашкварная? Lights. Блядь, забыл. Lights. Давай. Plots and Life? Да. Так, ну-ка посмотрим. Ты смотри, ищи версию сразу, типа это. Uncensored. Uncensored. Ну, хуй на YouTube там. Ты не найдешь, если что. Да, хуй там на. Чё справа за хуйня, да? У меня там ЦВшку сейчас вынесут. В один танк три самолета выстрелил. Так пусть в разные стреляют. Не, КРТВ, да. Варгейм. Снабжуха съёбывай нахуй. Плац. Так, короче, места у вас нету, да? В кои-то веки решил Варгеймс. А может он... А места как бы нету у них.
Вы, Миша, стоит хоть умереть справа, ну уж как-то давайте. Господа, а в Hearts of Iron никто не хочет поиграть? Ты этих извращенец. Ну играли же. Кто? Ты их с нами играл. Да не может такого быть. Да одни, одну Брэдли-то уберите. Чёрт. Ебанись, блять. Так, у вас там сколько? 7 человек играет? 9. Вертарашно. Ебать, вертарашно. Да, 9 человек, хуй. Это за вы... Он один остался. Что это вообще трэш нахуй? Не думаю, перевод этой хуйни его. Непонятно, о чем он там. Поет? Да. А тоже нашел клип, да? Да. Ну это. Короче, там песня про любовь. Я понял, да. Что здесь на про любовь, блять, убивает нахуй. Можешь с середины посмотреть сразу. Я уже смотрел до середины. Нет, с середины. Ну я уже как досмотрел уже. Ой, блин. Мои нивы не выдержали 4 нейхока. Кажется, что-то у него пошло не так. Но арту это козлина мне вынесла. Так это козлина. Это да. Хорошо, что фок хоть высосали. Могут расстреливать. Че, может кикнем его уже и начнем играть нормально? Ну, но... да, нас тут 10 человек. Нецензурированная версия, цензурированная, блин. Да, то есть, значит, есть еще одна версия. Ну, там вот заклеено этим квадратиком Visit X. А, так я ж тебе говорю, без цензуры надо смотреть. Так я типа, написано не цензурный, а он цензурный все равно, блядь. Попробуй прям по-русски набрать без цензуры, я потому что нашел на Reddit. В Германии это цензура не считается. Там было прям видео. Да ВКонтакте есть уже давно, че вы заморачиваетесь. ВКонтакте признали, по-моему, один из самых крупных хранителей. Каких? Еще раз, каких? Бля, что там про ВКонтакте сказали, я не услышал. Что? Наибольшее хранилище порнухи, блядь, и так ясно. А-а-а. Это раньше было, сейчас ВКонтакте вроде почистили там. Нихуя. Ну как бы есть, но, блядь, не то, что раньше. Ой, кому он нахуй нужен теперь? Ну. Не, а, ну, а почему вы... Как же этот порнохаб? А порнохаб это вообще уже порно-социальная сеть, если ты не знал. Да? Ну, можно лайки ставить? Конечно, да. Прям там можешь есть. Да, одноклассницу можно добавить. Что нравится, блядь? Контакты со друзья. Фоточки, селфи. Дружить, ну, мужик. Да, дружить. Их подправил, отлично просто. Причем там это самое нормально. А ты-то откуда знаешь, погоди? Верблюда.
Друг рассказывал. Ровный ответ от Юрия. Ага. Ну да, так, слушай, прям вот не стесняется. Ну ты знаешь, мне кажется, что замазанное лицо белой краской, и там, скажем, дублер снимается. А краска ли это? Ну такое. Полетел один там вертарашек с своим. Сейчас просрет все юниты. Вводи вертарашек. Тоже кучкой послал. Всему вас учить. Я-то, в отличие от него, до базы долетел, и Артур там поломал. Да, что тебя наша было? Арта сейчас накроет. А, ну да. Через атаку ты зачем посылаешь? Нельзя останавливаться. Ну тогда давай налево. Да ничего я. Да, наша уже успешно попадает по тебе. А что там мы вкололи, блядь, этому? Хуё. Шею. А ты не хочешь там целышки вынести? Я. Ну, на его базе ты типа туда прилетел и улетел от нее. О! О! Че, под контролем? Угу. Блядь, мне кажется, у нас вообще люди глубокие. Они даже под этим крипом в драке строили, блядь, на марафагасские темы. Гараж. Первое место. Ну, что, так. Он, дайте ему шанс, говорит. Павел Бахана. Ну такое, короче. Какое такое? Да я про этот клип, блин. И попела песню. Какое такое? Ну и о чем же там поется? Ну типа, что он, блядь, самый, блядь, охуенный. Ну говоря же про любовь. Да, что он щелкнул пальцем на все тёлки его, короче, раз, два, и всем нравится его песня. Всем нравится его песня. Вот весь текст, по сути. Блин, по сути, стёк на самого себя, блядь, и так как этот проект, скажем так, не Рамштайн, его как бы особо... Ну, как бы, да. И можно особо не стесняться, его просто, дальше просто угорает. И снял такой клип, блядь. Ну да, там... По сути, порнуха практически. Ну такая. Это, блядь, ты знаешь, какой сам... То есть, в принципе, короче, лучше запустить порнуху и включить Рамштайн, это будет лучше. В принципе, да, будет лучше, да. Знаешь, какая самая жесть, это как его? Интервью этого... этого, Little Big'а, этого, у Дудя. Он, короче, назвал название песни и клипа, которая вообще самая жесть. Вот, нагуглите его лучше.
вот это действительно жопа полная. А кто автор? Я не помню. Я помню, что это было в интервью Дудя и этого Little Big, в конце. То есть что-то там, что-то там дом, что-то там какой-то дом, короче. Не помню. Никто поет, и точнее там песни назвать сложно, но, короче, пиздец там помню. Ты меня заставляешь да, да. думать. Да. Чтоб сигналы мозг отправляли к руке, к пальцам, да. чтобы мышцы да, да, работали. Да. Ты что, смеешь? Да, видишь, ха-ха-ха-ха-ха-ха. В самом конце или где? Ну где-то там ближе к концу, да. Да, промотай. Да нет, посмотри весь серию этот, весь интервью Дудя этого. Чё, XM-ка летит? Вы ебанулись? Смотри, как промотает. Да, естественно. Фундайк по-любому про это написали. У нас же все люди белые пушистые, поэтому знают всякую хуйню в комментариях пишут. В принципе, можешь кинуть всем гражданам сюда, пусть пару тоже посмотрят. Так. Посмотри в этих камерах. Естественно, что он не сказал, он не будет вот такой. Название я скинул вам сюда. Погоба. А кто там поет эту хуйню? Понятия не имею. Там прием написали, что не дали. Брэндон Макли. А, вот, да, что-то похожее, да. О, посмотри эту хуйню. Все, только вот тазик, у них более вливать пробили. Что там, гейская форма, что ли? А, я понял. Все, я просто тут пару кадров посмотрел, мне уже достаточно. Достаточно, да? Да. Да? Зачем я это смотрел? Да, все, видео не развидеть, понимаешь? Виденного не развидеть. Ты лучше кинь клип сюда, вот видео на обозрение. Куля. Да ну ладно. Не-не, там парни. Там парни, да, там парни. То есть гейское видео. Понятно, это очень жестко вообще. Жестко. Это клип? Да. Это клип, это клип, это песня, блять, сука. Причем она там где там? На Vimeo, да, ей лежит она. Да мне насрать, где она лежит, я не смотрю. Мне три кадра посмотрел, мне хватило. Я больше не буду это смотреть. Да скинь видео, пусть посмотрят, блять, это хули. Моя психика слишком слаба для этого. Да, да, да. Подаван юный. Все, блядь. Это во мне это, блин. Ну да. Вот вся так вот он. Ваши глубины теперь выпадают новые значения, да? Все в друзья попадают у него. Александр, ты долго будешь кнопку юзать, скажи мне? Я вообще-то в тундру гоняю. Это он кнопку жмет, это... Реплей жмешь, чтобы еще раз смотреть. Бля, да он так начался это зараш. Че, ты посмотри, он сейчас правую базу нам прорашит. То-то я смотрю, он уже две точки отбил просто, полностью зачистил их. То-то мы ему уже базу вынесли. И вторую тоже.
Ну, и кто был прав? Сынку, слушай батьку. Не знаю, что у него там летит, но лично я всех перестрелял. Там вон еще два вертара шли. Ну и ладно, их перестреляем, больше очков достанется. Что нового, сэр? Дадим ему чертов шанс. А кто ему базу отдал? Ну, он, мы же захватили у него базу. За вертарашу. Ну, ай, блядь. ЦВшку не могут поставить. Кто-нибудь уже сказал Александру, что это слышно, как он печатает, жует морковку и все что угодно делает? Да, говорили. Даже сказали, куда он ее вставляет. Да ему хую. Да, вот. Благодарю. Какой? Ты о чем? Звуки такие, кого-то упал кто-то. Да переставь микрофон, чтобы вам меньше было слышно, блять, клавиш. Че поменялось? Ну я охуенно тогда. Только слышу, как медленно ты печатаешь. Я так и прямо вижу, ты как это, как бабулька, одним пальцем, знаешь, ты поводишься. Да. А это вовсе не палец. Тик так и есть, это правда. Блять. Тут там взялись эти два апача, блядь, сука. В одного чувака играете, что там он за... Да просто кто-то не может СВ-шку пристрелить. Я уже две ЦВшки на Иване, на Константине, он новый вызвал. Ну, невероятно, кто бы мог подумать. Более того, у него вся статистика обнулена. Типа вообще, вот первый бой, как будто в жизни. Хуя, что это? Вообще не пошел, блядь.